С утра за соснами отправился вот этот незнакомец в белой косынке. Впрочем, чуть позже он ее сменил на медицинскую маску из мусорки. Однако столь тщательная подготовка к совершению преступления ему не помогла. Сотрудниками уголовного розыска под подозрением в краже зеленых насаждений был задержан гражданин 84 года рождения. Мужчина дал признательные показания и пояснил, что похищенное продал неизвестному на рынке. У самого подозреваемого несколько версий произошедшего. Себя он называет защитником природы и утверждает, что изначально хотел пересадить горные сосны поближе к воде, но сбился с маршрута. Вытащил, положил в пакет и забрал с собой. Хотел посадить на берегу Волги, но жизнь распорядилась иначе, и они были проданы. Похищенные сосны мужчина реализовал в тот же день за 3000 рублей. По данному факту отделом дознания Фрунзенского района полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса России. Эллада Абжалимова, Анатолий Чернов. Дежурная часть, Саратов.